300 грамм клубники за 600 рублей в Краснодаре, ну, мне кажется, too much. О том, что клубника в Краснодаре стоит больше 2000 за килограмм, шеф-повар Константин Ивлев рассказал в своих социальных сетях. Блогер призвал не покупать ягоду на рынке. Но ведь она стоит 2000 рублей. Зачем людей водить вообще непонятно во что? Вот та продавщица, с которой общался телеведущий. С нами она говорить на камеру отказалась. Считает, что шеф начал обвинять их, не разобравшись в ситуации. Он не взвешивал, не спрашивал, не трогал. Но он почему-то решил, что там 300 грамм. С чего он это взял? И действительно, мы взвесили лукошко клубники. Вышло 500 граммов. Получается, цена ягоды 1200 рублей за килограмм. Тоже недешево, но фермеры уверены, все оправдано. Допустим, первая ягода, которая у нас появляется, ее стоимость, да, может доходить там, до 1200 рублей за килограмм, но себестоимость ее получается также больше 1000 рублей, потому что начинается отапливание теплиц с января месяца. Не знаю, фермер, будет ли у тебя кто-то покупать эту клубнику, ну, наверное, какие-то приезжие люди, а местные не уверен. Следующий аргумент шефа: если покупаете ягоду по такой цене, не жалуйтесь, если вырастет стоимость десерта в ресторанах. Чтобы это проверить, мы посетили мастерскую, где изготавливают клубнику в шоколаде. Из-за того, что выросли в цене сами ягоды, возросла в цене и стоимость вот таких вот композиций из клубники. Для сравнения, в прошлом году можно было купить вот такой вот клубничный подарочный набор за 1400 рублей. В этом году его можно купить за 1600. То есть цены действительно выросли, но не сильно. В этой мастерской клубнику покупают по 400 рублей за килограмм. Продавцы говорят, для них это приемлемо. Для нашей работы хорошая цена. Нам важно качество. Клубника должна быть красивая, ровная. Ну вот так, у нас же подарки. Мне многие жители пишут Краснодара: спасибо, шеф, что мы хоть поедим тепличную клубнику вне сезон по нормальной цене. Она сегодня 250 рублей на рынке стоит. Уже? Да. Средняя цена клубники на рынке сейчас 300 рублей за килограмм, но это ягоды не местные. Из Греции, Турции или Египта. Их иногда выдают за белореченские. На данный момент местная ягода не может стоить 300-500 рублей за килограмм. Это точно обман. Фермеры советуют подождать, пока созреет местная ягода. Тогда и цены не будут кусаться, и вкус у ягоды появится. А пока есть спрос на раннюю ягоду, и цены падать не будут. У этой клубники всего два варианта. Ей либо быть дорогой, либо ей вообще не быть. Анна Мальгина, Елена Ткачева, Евгений Береснев, Владислав Захаров. Кубань 24.